гудел. Тем, кто не заводится, в минус 30 аккорд. Специально сделал видео. С третьего раза. При том, что залито масло полусинтетика, которое замерзает. Все, обороты выровняются сейчас, 1500 обороты. Ну и собственно все. Даже без грохота. Что-то было. Еще раз накачаем. Еще раз накачаем. Сцепление выжили. О ты господи! Угу.
На трех цилиндрах хочу заметить. У меня машина, у меня компрессия в третьем цилиндре, восьмерка. Коробка хочу показать. Обычное еще заводское масло. Вот. Минус 30-33 где-то сейчас на улице. Так, отпускаю сцепление. Все, завелись, короче. По-моему, ему пипец. Вот так-то. Ай ты, ёптить. Да просто победа, Peugeot заводится идеальнейший. Че там про АБС? Все, ништячок. Ужас. Yeah.